привет, с вами Brain First, и мы продолжаем играть в Batman Arkham City. Так, в прошлый раз мы добыли блокиратор для пушки. Теперь мы можем, не боясь ледяной пушки Фриза, разделаться с пингвином. Но сначала нам нужно до него добраться. О боже мой! Офигеть! Бэтмен отхереначил акулу! Что за бред? Что за грёбаный бред? Бэтмен просто отхерачил акулу. Красавчик, я ничего не говорю, но... Что? Что это было вообще? Зачем? Не, ну это слишком круто. Вот еще в Arkham Asylum он смотрелся круто, но вот здесь он вообще круто. Так, мне нужно подобраться к нему поближе. Ах ты гад. Ай-яй-яй. Вот он. Tell you what, Batman. I'll give you this one for free. Come and have a go. If you're not scared. I should activate the security override. Да я не понимаю, что? I need to use the override to get past Penguin. Что за блокиратор? Freeze's override won't work from this range. I need to get closer to Penguin before activating the security override. You think you can beat? I can use the security override to get to Penguin. What? Ну. On fire, tap you. А, все. Работает. What the hell is wrong with this thing? Stay back! Stay back! Что за бред? Я не понимаю. Ладно, еще раз. У меня не было хп просто. Me thinking it was going to be difficult. Get him out of here. Пингвин такой тупой. Я так облажался. Ну, ничего страшного. Благо тут все в порядке с чекпоинтами и сейфпоинтами. You can't win that. Да ты, чтоб тебя. Видимо, нужно было просто подойти поближе и все, то есть особо ничего придумать. Freeze's override won't work from this range. What? Come on, fire, tap you! Please help us! What the hell is wrong with this thing? Stay back! Stay back! Чего? Give me your best. Да я просто не понимаю, что нужно сделать. The security override. What? Come on, fire, tap you! What the hell is wrong with this thing? Stay back! Stay back! Что? Tell you what, Batman. I'll give you a win, damn you. Я не понимаю. Penguin is too far away. I need to get closer. Give me your best. Да ё-моё. I'm too far away. The override won't work this far away. What? Come on, fire, tap you. Отбери у него долбаную. Отбери у него. Господи, отбери Бэтмен. Это же тупой кусок. Господи. I need to get closer. Так,
Ну вот мы его заблокировали. Что дальше? Может просто держать надо? Пиратство в России миф, вы знали это? Ну, что дальше? Ну, что-то сделать надо? Да бред, я не знаю, что сделать. Help me! Come on, son. Give me your mind. The freeze's override won't work from this range. The hell is wrong with you? Ребят, я реально в замешательстве. Piss off! I need to get closer to Penguin before activating the security override. О, господи, я не понимаю, что нужно сделать. Having a little lie down, are you? Enjoy it. It's your last. Такой бред. Я не понимаю, почему не пишут, что нужно сделать. Напишите, я сделаю. Я просто не понимаю, скрипт не срабатывает, если вы мне не подскажете. Что нужно сделать? Сразиться с пингвином. Может быть, нужно... Сейчас я попробую одну вещь. Только надо не терять хп. Piss off, Batman! Tell you what, Batman. What? Может мне батаранг надо? Нет, батаранг нет. You think you can beat? Come on! I can use the security override to get the penguin. Stupid piece of... What? Вот я подошел к пингвину, вот он. Привет, пингвин. Как дела? В чем проблема? Нет. Это не то, что мне надо. Мимо пингвина. А зачем мне проходить мимо? Да ты, блин. I should activate the security override. What? Come on, fire, tap you. Так. What the hell is wrong with что this у меня еще есть? Stay back, stay back. Может быть. Stupid piece of crap. Please help us. Это бред. Это просто бред. Почему так глупо-то получается? Ладно, ребят, давайте я прервемся. Я быстренько гляну в интернете, что нужно сделать, чтобы сильно не тупить и не просрать весь эпизод. И потом я вернусь очень быстро. Окей, я быстренько глянул, оказывается, ничего особенного делать не надо. Бэтмен сам, по идее, должен ударить его. Итак. Давайте просто постоим, подождем, может быть, что-то произойдет.
hell is wrong with you? Please help! Come on! Нужно быстро отпустить и тут же нажать кнопку удара. Вот что нужно сделать. О, Господи. You're finished, Cobblepot. No, I'm sorry. Please, don't hurt me. I can't guarantee that. Me neither. Бэтмен стал уж слишком самоуверенным, мне кажется. I tried to help you, Batman. I gave you the opportunity to end this and walk away, but oh no. You had to be the big man. Well, guess what? From up here, you look pretty small. Oh, don't look so sad. I've got a little surprise for you down there. Это что еще за дерьмо? Какой-то Франкенштейн. Christened on Tuesday, married on Wednesday. I found him down there when I bought this place. Comes in handy. Офигеть, нам с ним что, драться придется? Кого я спрашиваю, конечно, придется. Но нужно понять, как это сделать. Ау! И что, его с помощью взрывчатого геля надо учить? Ау! Да я даже не успеваю. Попробуем его простыми ударами. А, невозможно, бьешься электричеством сразу. О, блин. Я понял, когда он подзаряжается, надо его взрывать взрывчатым гелем. Все понятно. Сейчас разберемся с ним. О, черт. И он тратит, по-моему, сам энергию. Да, периодически он сам тратит энергию, то есть мне нужно... Просто-напросто подождать, когда вся его энергия сойдет на нет, потом просто не давать его заряжаться. Вот сейчас. Нет, надо именно шифры подорвать. Именно шары, когда он заряжается. Все, теперь я... Все понял. Так, главное, чтобы мне хватило ХП. Ау. Давай. О, все. Да чтоб тебя. Может, я ошибся? О, боже мой. Чем не режим детектива? А, нужно эти установки подорвать. О, Господи. Да они не подрываются. Я слишком поздно понял, что нужно подорвать установки.
вы слишком поздно мне объяснили. Слишком поздно. И, ребят, не надо говорить, что надо было включать сразу же в детектив, там еще что-то. Нет, хватит этого дерьма. Мне не нравится режим детектив, ребят. Я вам сказал. Мне хочется пройти так, как я хочу. И если мне не говорят, что нужно сделать, я просто не понимаю, что нужно сделать. Играть в угадайку я тоже не хочу. О, кстати, звук из Half-Life только что был. Отлично. Она готова, штучка. Ау. Ну. Давай еще. Такой кусок говна. Вот сейчас-то я с тобой разберусь. Да что у тебя? Да зачем ты скользишь, Бэтмен? Зачем вот это скольжение сделали? Я не могу. О, сейчас он заряжается. О, господи. Можно и взрывать тогда, когда он и подзаряжается. В принципе. Вот сейчас он будет это делать. Черт! В прошлый раз не получилось это сделать. А, нет, все, я уничтожу. Я уничтожу. Господи. Теперь он еще и горит. Ну, приемы у него вроде те же самые остались. Если не ошибаюсь. Отлично. Она готова. Понятно, чем мне тут поможет быстрый батаранг. Черт.
Блин, чтоб тебе черти в аду целовали. Да ё-моё, ёбочка. Отлично. Это что за червяки вообще? Оу. Нет, больше я проигрывать не собираюсь, дружище. Дружище. Хоть ты трижды там правнук пингвина или кто-то. Или его дедушка. Хотя ты очень похож на его дедушку. А, черт. А, почему? Почему выбрался в бета-ранг? Я его не выбирал. Блин, такой сложный, вообще непонятный совершенно босс. Да ё-моё. Всё, готово. Наконец-то. Заткнись, а. Кусок говна. Ну что, никакой заставки? Так. А, прикончить его еще надо. Интересно, каким образом? Вау! Он еще живой! Понятно, только быстро надо нажимать пробел. Ну, скорее всего, просто быстро нажимаешь пробел и все. О, господи, еще один раунд. Зачем? Мне непонятно, зачем сделать три раунда с этим идиотом. Ну, это так идиотски. Это мое мнение. Не могу перепрыгнуть. Да я не могу. Мне Бэтмен вообще не прыгнул. Вот сейчас. Ну. Да ё-моё. Сейчас должен намазать. Отлично. Да пофиг. Да. Эх, не взорвал. Ладно, на следующем прыжке. Все готово. Да он уже сдохнет или нет? Господи, пожалуйста, дай ему умереть. Классика Resident Evil, надо вырезать. Вонючий. О, господи, сейчас-то что?